Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как можно испечь вот такой высокий, ровный шоколадный корж. Для этого нам понадобится мука 110 грамм, крахмал 40 грамм, разрыхлитель 5 грамм, какао 20 грамм, 5 яиц, пакетик ванильного сахара и сахар 170 грамм. Ванильный сахар отправляем в сахар. Яйца вбиваем в дежу миксера, ставим взбиваться. Сначала ставим на маленькую скорость, постепенно ее увеличивая. Как появится пенка, всыпаем сахар. Я всыпаю сразу весь сахар. Всыпали весь сахар, ставим скорость миксера на самую высокую, взбиваем 10 минут. Пока взбиваются наши яйца, мы приготовим сухие ингредиенты. Все смешаем: муку, крахмал, какао и разрыхлитель. Все просеем несколько раз. Вот такая яичная масса у нас должна получиться. Должен оставаться след от лопатки. Теперь вмешаем сухие ингредиенты. Вмешиваем очень аккуратно, с движениями сверху вниз. Лучше делать это силиконовой лопаткой. В подготовленную форму высыпаем тесто. Выпекать корж будем при температуре 180 градусов 40 минут. Корж испекся. Достаем его с духовки, переворачиваем вверх дном на решетку и оставляем остывать при комнатной температуре. Затем снимаем фольгу и аккуратно достаем его с формы. Теперь заворачиваем наш корж в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 5-6 часов, но лучше делать это на ночь. Таким образом вся влага распределится равномерно по коржу. Вот такой корж у нас получился. Высота 6,5 см, диаметр 24. Корж очень вкусный, пышный, рыхлистый. Всем, кому понравился мой ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. До свидания.